Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с президентом объединения производителей железнодорожной техники Валентином Гапановичем. Республика и организация – давние партнеры. Предприятия Чувашии производят немало оборудования для железнодорожного транспорта. К примеру, на Малом кольце Московской железной дороги установлена система автоматической блокировки, которую собрали на Эларе. Никаких вопросов по надежности нет, то есть идеально работает. Будем надеяться, я уверен, и на БАМ сейчас поставки пошли, на Транссиб, туда уже на восток, Транссибирская магистраль наша, тоже оборудование Лары будет, обход Украины полностью будет на оборудование Лары. То есть хорошие заделы на будущее. Глава Чувашии подчеркнул, республика заинтересована в долговременном и надежном сотрудничестве. Стабильная работа предприятий – залог хорошего социального самочувствия работников. Наши договоренности, о чем мы договариваемся и подписываем бумаги, у нас все те договоренности выполняются в реальном секторе экономики.